Около 10 минут назад, дорогие наши зрители, наш источник из шоу-бизнеса России сообщил нам о печальной новости. Оказывается, еще вчера вечером российский певец и музыкант Юрий Антонов был госпитализирован в больницу с тяжелой травмой на голове. Мы нигде не смогли найти информации, что же с ним случилось на самом деле. Нам сообщили, что родственники, друзья и знакомые пытаются скрыть эту информацию от средств массовой информации. Все пытаются, чтобы об этом никто не узнал. Но мы все-таки проделали колоссальную работу и выяснили причину его госпитализации. Оказывается, вчера вечером Юрий Антонов был избит неизвестным лицом возле своего дома. Он возвращался домой после прогулки и заметил, как пьяный мужчина цепляется к молодой девушке. Он сделал ему замечание и попытался успокоить хулигана, в результате чего пьяный хулиган избил Юрия Антонова. Когда приехала полиция на место происшествия, хулигана уже не было, а Юрию Антонову пришлось оказывать медицинскую помощь. Сейчас наш любимый певец и музыкант Юрий Антонов находится в больнице. Медики оказывают ему медицинскую помощь, говорят, что хорошо, что так быстро его привезли, а то мог бы потерять очень много крови. Мы будем следить за развитием событий вокруг Юрия Антонова, будем надеяться на то, что хулиган будет наказан. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за нашими новостями и будьте в курсе всех событий на нашем YouTube-канале.